Военная комендатура отрабатывала сегодня район Карловки, Первомайская, на предмет мародерства. Вот. Потому что много жалоб идет с этой стороны, с этих населенных пунктов, что грабят, вывозят имущество граждан. Мы остановили для проверки машину «Азель», в которой находилось три представителя правого сектора, как они представились. Имущество машины было загружено, телевизоры, стиральные машинки, микроволновки, печки, всякий хлам. Мы предложили приехать в комендатуру провести досмотр машины на предмет запрещенных предметов. Они согласились. Мы приехали сюда, вызвали представителей милиции, следователя, предложили ребятам с присутствием понятых в соответствии с законом провести досмотр машины. Вот. Они сказали, мы позвоним своим командованием, с ним решим. Позвонили командирам их, приехали с ним командиры и сказали, что мы запрещаем проводить досмотр машины. Вот. Вот, дабы не накалять от самого, хотим все-таки все решить это мирным путем, чтобы они, потому что и они борются против ДНР, ЛНР, и мы против них боремся. Вот на этой точке у нас между нами возникла непонятная ситуация, когда их руководство запрещает им провести, допустить органов, ну, работников правоохранительных органов досмотр автомобиля. На данный момент где находятся эти люди? Они находятся перед комендатурой. Вот, окружили нас со всех сторон, выставили огневые точки, вот, выставили минометы, пулеметы, снайперов садили по крышам. Хотят нас штурмовать. Евгений Николаевич, сколько человек? Ну, около 100 человек. Это много. Какие действия вы будете предпринимать? Ну, мы заняли круговую оборону. Евгений Николаевич, вы, может быть, просили какой-то поддержки со стороны своих? Да, мы обратились к руководству ПТО, проинформировали их о сложившейся ситуации, ждем на данный момент подмоги. Хочется обратиться к руководству правого сектора, чтобы оно повлияло на своих людей и забрало их от военной комендатуры, от правоохранительных органов, удалось сделать их работу.